Здесь, на Валдае, в августе 48 года, вдали от дома и родных, провел свои последние дни один из лидеров советского государства. Член Политбюро, руководитель управления агитации и пропаганды и отдела внешней политики, друг и соратник Сталина Андрей Жданов. Лучшие врачи страны так и не смогли поставить ему точный диагноз. А медицинской помощи приходилось ждать по нескольку часов. Его деятельность по-разному оценивали даже при жизни. Он создавал промышленность Советского Союза, закрывая при этом монастыри и взрывая храмы. Он сделал все, чтобы выстоял блокадный Ленинград. И он же стал причиной гонений, которые обрушились на Анну Ахматову и Михаила Зощенко. Его загадочная смерть стала предлогом для новых репрессий. А уже в годы перестройки сам он был обвинен в причастности к преступлениям сталинской эпохи. Всем крупным объектам, названным в его честь, городам, университетам, заводам, буквально за несколько дней вернули старые названия – или дали новые. Имя Андрея Жданова было предано забвению. Андрей Жданов родился 26 февраля 1896 года в Мариуполе. В будущем убежденный коммунист, он был выходцем из семьи потомственных православных богословов. Андрей был самым младшим ребенком в семье. Он рос в окружении любящих родителей, трех сестер и няни. С детства отличался живым и веселым характером. Он научился читать в 4 года, и любовь к книгам пронес через всю жизнь, а кроме того, был музыкально одарен. Уже в детстве Андрей обладал способностью подбирать на слух сложные произведения. Родные вспоминали, с какой легкостью он играл увертюру к опере «Вильгельм Тель» Россини. Музыка останется с Андреем Ждановым на всю жизнь. Даже в коммунальной квартире, где приходилось жить в далекие от комфорта 20-е годы, он найдет место для пианино. Позднее рояль на даче Сталина поставит специально для того, чтобы на нем играл Жданов. В 1909 году 48-летнего Александра Алексеевича, отца Жданова, не стало. Эта внезапная смерть настолько потрясла юного Андрея, что близкие всерьез опасались за его здоровье. 13-летний мальчик в один момент стал взрослым. Назначенная его матери пенсия была в 3 раза ниже оклада покойного отца. Семье Ждановых пришлось перебраться в Тверь. А Андрею поступить не в гимназию, а в реальное училище, где обучение стоило дешевле. В юности Андрей Жданов не переставал изумлять окружающих своими незаурядными способностями. На одном из занятий учитель предложил ему решить сложное уравнение. Андрей Жданов перемножил в уме 3- и 4-значные цифры и записал ответ на доске. Проверив результат, учитель воскликнул: «Садитесь, Жданов, вы поразили меня». Впоследствии, уже занимая высокие посты в государстве, Жданов будет легко выявлять противоречивые цифры и арифметические ошибки в отчетах и удивлять чиновников своими математическими способностями. В 1915 году Андрей Жданов поступил в Московский сельскохозяйственный институт. В Европе в это время уже бушевала Первая мировая война. Учеба продолжалась недолго. Средств на нее не хватало. И к тому же молодого человека все больше увлекала политика. Российская империя ждала перемен. За короткое время в государстве возникло больше 20 революционных организаций, подпольных партий и нелегальных кружков, стремящихся к одному – свергнуть царскую власть. К оппозиции примкнул и Андрей Жданов.
В конце лета 15 года полиция арестовала почти весь актив Тверского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. После этого к нелегальной работе было решено привлечь молодежь. Николая Патрикеева, Петра Поспелова, Михаила Константинова, Александра Горкина и Андрея Жданова. Жандармы вели наблюдение за молодыми революционерами, но даже не предполагали, что следят за элитой будущего советского государства. Николай Нилович Патрикеев после революции станет одним из руководителей наркомата внешней торговли СССР. Петр Николаевич Поспелов в будущем возглавит редакцию «Правды», главной газеты страны. Михаил Михайлович Константинов станет редактором «Тверской правды». Александр Федорович Горкин займет должность председателя Верховного суда СССР. А пока Жданов с гордостью носил подпольную кличку Юрий. Не случайно этим именем он назовет своего единственного сына. Ему доверили организовать распространение нелегальной прессы, газет «Социал-демократ» и «Пролетарский голос», которые доставлялись в Тверь из Москвы и Петербурга. К этому времени одна из самых страшных войн за всю историю человечества охватила уже весь мир. Первая мировая требовала от российского государства мобилизации всех сил. На фронт ежесуточно нужно было отправлять около 15 тысяч солдат. Армии в первую очередь требовались обученные офицеры. В июле 1916 года Жданова на 3 месяца отправили на ускоренные курсы в Грузию, в Тифлисскую школу прапорщиков. Он страстно полюбил Грузию, грузинские песни и мелодии. Тогда Андрей Жданов еще не подозревал, что буквально через несколько лет судьба сведет его с грузинским большевиком Иосифом Джугашвили. По окончании школы прапорщиков Андрея Жданова направили в зауральский город Шадринск командиром 10-й роты 139-го запасного полка. Из письма Андрея Жданова. 28 декабря 1916 года. С 20 числа ждем производства в прапорщике. Сейчас сидим и ни черта не делаем. Рефлексиями страдаю мало, хотя почва для них гораздо богаче, чем когда бы то ни было. Здесь страшно пусто, скучно. Но надо во всякой обстановке извлекать материал для жизни. Иначе и жить не стоит. В Шадринске, в доме купца Моисеева, Андрей Жданов познакомился с Зинаидой Кондратьевой. Жданов при первой возможности прибегал из полка, чтобы развлечь пением и игрой на фортепиано свою возлюбленную. Юная гимназистка ответила обаятельному офицеру взаимностью. Сообщение об отречении царя пришло в Шадринск 2 марта 1917 года. Напряжение в обществе нарастало, но страна еще не была разделена на белых и красных. В сентябре 1917 года Андрей Жданов и Зинаида Кондратьева поженились. Никакая идеология не помешала большевику и атеисту, депутату солдатского совета, внуку священника и сыну профессора богословия Андрею Жданову венчаться со своей возлюбленной в Свято-Николаевском храме. Подружкой невесты была жена лидера местных эсеров, а платье одолжили у одноклассницы Зинаиды, дочери купца. Андрей Жданов свободно вращался среди шадринской молодежи и политических оппонентов. Но пройдет менее года, и участники пылких дискуссий превратятся в заклятых врагов. В начале 18 года Андрей Жданов служил уездным комиссаром земледелия и занимался распределением земли среди крестьян согласно декрету о земле, одному из первых законов советской власти. Весной 18 года 15 крестьянских семей организовали первую коммуну. Эта мирная хозяйственная деятельность закончилась, когда на Урал прибыли эшелоны с солдатами чехословацкого корпуса.
Чехословацкий корпус – добровольческое воинское соединение, сформированное в составе российской армии осенью 1917 года. В основном из пленных чехов и словаков, бывших военнослужащих австро-венгерской армии, выразивших желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии. Весной и летом 1918 года корпус оказался втянут в военные действия против советской власти. Мятеж чехословацкого корпуса в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке создал благоприятную почву для начала широкомасштабных вооруженных действий белых войск против советской власти. Мятеж вспыхнул в мае 18 года, и в считанные дни огромная территория от Челябинска до Новосибирска оказалась под контролем чехословацкого корпуса. А в Шадринске началось формирование красногвардейских отрядов для борьбы с мятежниками. На Урале и в Сибири усиливался белый террор, значительно превосходя по масштабам террор красный. За год в Шадринском уезде было убито более 2000 человек. Были репрессированы члены коммуны, которую организовал Жданов. Произвол, устроенный белогвардейскими войсками, значительно ускорил победу большевиков. Именно в боях на Урале и в Сибири проявили себя знаменитые военачальники Михаил Фрунзе, Василий Чапаев, Михаил Тухачевский. Андрей Жданов же играл роль более скромную. 23-летнего юношу избрали в члены городской комиссии по организации митингов, задачей которых было разъяснение идей революции. В годы гражданской войны люди до конца не понимали, что происходит в стране, кто у власти, кому верить и за кем идти. Один из самых действенных способов убеждения населения – выступление на митингах. Именно этот опыт Андрея Жданова сделал его блестящим оратором, что в дальнейшем будут высоко ценить даже его враги. Из воспоминаний унтер-офицера пограничной стражи Александра Арыкина. «Я убедился, что он имеет особое свойство – привлекать людей. Его нельзя не полюбить. Помимо светлого, не лишенного юмора характера, он был прекрасный пропагандист. Как хорошо он делал доклады, подкрепляя жестом левой руки наиболее важнейшие положения». Бывший прапорщик и будущий генерал-полковник Андрей Жданов по духу не был человеком военным. Долгие месяцы тяжелых отступлений измотали Жданова физически и морально. И вскоре они с беременной женой возвратились в Тверь. Он не любил вспоминать об этом. В 1937 году, когда его биографию предложили включить в издание, посвященное героям гражданской войны, Андрей Жданов категорически отказался. «Вообще все о моей персоне предлагаю вычеркнуть». И это не было ложной скромностью. Как умный человек, Жданов не хотел, чтобы рядом с реальными героями войны оказался он, штабной агитатор. В ноябре 19 года Жданова избрали в состав Тверского губернского комитета партии. С этого момента началась его партийная и государственная карьера. В те годы Тверь была одним из научно-промышленных центров России. Сюда был эвакуирован знаменитый русско-балтийский вагоностроительный завод, единственное предприятие в России, производившее автомобили и самолеты. Здесь же находилась крупнейшая в стране радиостанция. А в ее мастерской впервые в России начали производить радиолампы. Андрею Жданову доверили руководство губернской плановой комиссии и бюро по политической работе. В 24 года он стал главным по экономике и идеологии в масштабах Тверской области. Он активно писал статьи, в которых разъяснял политику партии и отстаивал необходимость перехода к НЭПу. Жданов стал редактором нескольких журналов и газет, создал первую партийную школу, при этом активно ездил по городам со своими выступлениями. За молодость, веселый и общительный нрав, он получил прозвище «Товарищ Андрюша». Работу свою Жданов делал с удовольствием, легко заражал других своими идеями. Сыну он рассказывал байку о первом партийном поручении. «Меня вызвали и сказали: купи гармонь и в течение месяца научись играть». Когда через месяц я пришел и сказал, что гармонь купил и играть научился, меня направили в Тверь вести пропагандистскую работу среди молодежи.
Зимой 21-го года он заболел. Скарлатина. Болезнь, которую обычно легко переносят дети, дала осложнение. Проблемы с сердцем отныне будут преследовать Жданова до самой смерти. Когда летом 22-го года он, наконец, смог встать на ноги, его направили на работу в город Сормово, Нижегородской губернии. Он отказывался, ссылаясь на слабое здоровье, но товарищи по партии были непреклонны. В 24-м году Жданова назначили первым секретарем Нижегородского крайкома партии, то есть главой края. Семья Жданова жила в двух комнатах коммунальной квартиры. Одевался он скромно. Черная косоворотка и обычный пиджак. Зарплата партийных чиновников в те годы заметно не превышала оклады рабочих. Как и многие тогда, Жданов увлекался бильярдом и игрой в городки. Он стал инициатором создания одного из крупнейших предприятий СССР – Горьковского автозавода. У корпорации «Форд» были закуплены самые современные технологии. Шли постоянные переговоры с иностранными фирмами. В США для обучения отправлялись рабочие. Знаменитый Горьковский автозавод был построен всего за 2 года и стал производить свыше половины всех автомобилей в СССР. Не случайно иностранные СМИ называли тогда Горький «русским Детройтом». Прошло всего 13 лет после разрушительной гражданской войны, а экономическая мощь края возросла радикально. Появлялись новые рабочие места, строилось жилье, в магазины поступали товары отечественного производства. У этой активной деятельности была и другая сторона. Весной 30-го года с подачи Жданова в городе были снесены храмы 17 века, Благовещенский собор и церковь святителя Алексея. Именно Жданов подписал распоряжение и о закрытии знаменитого Серафима Дивеевского монастыря, который впоследствии был разграблен. Священники и сестры монастыря были разогнаны, многие арестованы. Парадокс истории. Один из самых почитаемых монастырей России закрыл сын и внук известных богословов, чьи труды и ныне высоко ценятся в Русской Православной Церкви. В 1934 году Сталину потребовался помощник в Центральный комитет партии. На эту работу идеально подходил возглавлявший Ленинградский партийный комитет Сергей Киров, близкий и надежный друг Сталина. Но Киров хотел остаться в Ленинграде. Пришлось искать компромисс, и он был найден. Киров помогает Сталину в работе ЦК из Ленинграда, а в Москву берут нового человека. Тогда Жданова перевели из Нижегородской области для работы в Кремле. Теперь он курировал большое количество отделов. Сельскохозяйственный, планово-финансовый, политико-административный, отдел руководящих парторганов, управление делами и секретариат ЦК. Согласно журналу приемов у Сталина, за год он провел в кабинете вождя более 278 часов. По продолжительности общения с лидером страны он уступил только Молотову и Кагановичу. июня 1934 года Жданов впервые принял участие в торжественном приеме в Кремле. Чествовали участников арктической экспедиции ледокола «Челюскин». Летчики-полярники, спасшие участников экспедиции, были первыми в стране удостоены звания Героев Советского Союза. Жданов был одним из инициаторов учреждения этой высшей награды и организатором мощнейшей информационной кампании, благодаря которой вся страна знала и следила за спасением челюскинцев. Именно при его участии в стране начал стремительно развиваться культ научных исследований и научного подвига, который ценился в СССР не меньше, чем подвиг военный. Жданов интересовался новинками литературы, музыки, кинематографа. Он оставался блестящим агитатором. Именно ему Сталин доверил одно из решающих направлений так называемого социалистического строительства – идеологию. В том же 1934 году произошло эпохальное событие для советской литературы.
первый всесоюзный съезд писателей. Организатор и идейный вдохновитель съезда – Андрей Жданов. Цель, которую он поставил перед писателями, обозначила путь развития литературы на ближайшие десятилетия. Она должна была стать ближе к народу, а писателям настоятельно рекомендовалось рассказывать о простых советских людях, тружениках и строителях светлого будущего. Отныне в искусстве насаждался социалистический реализм. Кроме того, в 1937 году в стране широко отмечалось столетие со дня смерти Пушкина. Грандиозное празднование было организовано по личному указанию Андрея Жданова. Постепенно Жданов стал близким другом Сталина. Тот все чаще приглашал его на свою дачу. Тогда-то в загородном доме Сталина и появился рояль. А играл на нем чаще всего Жданов. Из воспоминаний сына Жданова Юрия. В те далекие времена отношения людей были проще, и ничего не было особенного в том, что когда Сталин пригласил отца к себе на дачу, тот прихватил и меня. Я запомнил общую атмосферу. Она была деловой и легкой, серьезной и шутливой. Разговор касался тех проблем, которые они обсуждали в кабинете, но также переходил и на общие темы. В 1949 году сын Жданова Юрий и дочь Сталина Светлана поженились. Этот брак продлился недолго, но в 1950 году у Жданова и Сталина родилась общая внучка – Екатерина. Кажущееся политическое спокойствие рухнуло вечером 1 декабря 1934 года, когда в Кремль позвонили из Ленинградского областного комитета партии. Сталин проводил совещание с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым и Ждановым. К аппарату подошел Каганович. Услышав сообщение, он побледнел. В коридоре Смольного выстрелом в затылок убит первый секретарь областного комитета Сергей Киров. Партия не знала подобных убийств с августа 1918 года. Всю неделю после убийства Кирова Жданов ежедневно по много часов проводил в кабинете Сталина. На место Сергея Кирова было решено направить Андрея Жданова. 11 декабря Жданов уехал в Ленинград и, оставаясь в должности секретаря ЦК, стал главным человеком в городе на Неве. К этому времени в Германии к власти уже пришел Гитлер. Западные страны были настроены против СССР явно агрессивно. Мир стоял на пороге мировой войны. В этих условиях убийство второго человека в стране не могло остаться без последствий. Уже через две недели после убийства Кирова возглавлявшие оппозицию Григорий Зиновьев и Лев Каменев были арестованы и приговорены к тюремному заключению. В 1936 году обоих расстреляют. В мае 1935 года в республиках, краях и областях были организованы так называемые «тройки НКВД», в состав которых входили начальник управления НКВД, начальник управления милиции и областной прокурор. «Тройки» принимали решения о высылке, ссылке и заключении в лагерь сроком до 5 лет. В 1935 году из Ленинграда и Ленинградской области были выселены 39 660 человек. 24 374 человека были приговорены к различным наказаниям. Но пройдет еще год, и репрессии примут гораздо больший размах. 25 сентября 1936 года со сталинской дачи в Сочи за подписью Сталина и Жданова в Политбюро была отправлена телеграмма. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение товарища Ежова на пост наркома внутренних дел НКВД. Егода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. С этой телеграммы принято вести отчет большого террора 1937-1938 годов. Коснулся он и Ленинграда, во главе которого стоял Андрей Жданов.
На подпись членам Политбюро предоставлялись списки лиц, приговоренных к высшей мере наказания. Так как суды были экстренными, для приведения приговора в исполнение требовалась виза в руководство страны. Высшие руководители партии просматривали так называемые расстрельные списки, чтобы определить, кого следовало оставить в живых. И именно эти правки, внесенные в перечень обреченных на расстрел людей, визировались. Визировал списки и Андрей Жданов. 37 и 38 годы стали временем чистки внутри партии. Представители центра ездили по всей стране для проверки государственных органов, снимая старых чиновников и назначая новых. Многих партийных и советских руководителей уличали в махинациях, казнократстве и взяточничестве. По окончании большой чистки к 1939 году средний возраст новых руководителей СССР не превышал 40 лет. Этой новой когорте партработников и предстояло провести страну через все последующие испытания. Из них собрал новую команду и Жданов. Тем временем международная обстановка накалялась. 23 августа 1939 года был заключен советско-германский договор о ненападении, названный позднее «Пактом Молотова-Риббентропа». Кроме этого, обе страны подписали секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Через неделю договор был ратифицирован Верховным Советом СССР. А на следующий день Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. В соответствии с секретным протоколом, войска Красной Армии вошли на территорию Западной Украины, Литвы и Белоруссии. Граница СССР отодвинулась на сотни километров, что через два года сыграло решающую роль в войне с Германией. Но Жданова беспокоила судьба Ленинграда. Вход в Финский залив контролировался Финляндией и Эстонией. Ленинград находился настолько близко от границы с Финляндией, что мог быть обстрелян из пушек прямо с ее территории. В случае войны враг мог нанести удар по Ленинграду с моря, воздуха и суши, что привело бы к потере города, флота и ленинградской промышленности. А ведь Ленинград давал треть всей военной продукции страны. СССР потерял бы и выходы к Мурманску, единственному незамерзающему порту на севере. Под давлением Жданова эстонское руководство согласилось на размещение советской морской военной базы на ее островах и в Таллине. Финляндия отказывалась подписывать подобный договор. Тогда СССР предложил обменять Карельский перешеек и полуостров Средний, принадлежавшие Финляндии, на советскую территорию в Восточной Карелии, которая по площади была вдвое больше финских земель. Финляндия отвергала все предложения. Становилось очевидно, мирным путем вопрос с территориями не решить. В августе 1939-го обе страны начали подготовку к войне. Советско-финская война длилась менее полугода. С 30 ноября 1939 по 12 марта 1940 года. Результатом военных действий стали советско-финские переговоры в Москве при непосредственном участии Андрея Жданова, в ходе которых граница СССР была отодвинута от Ленинграда на 150 километров. Всего через год это решение уберегло Ленинград от захвата немецкими и финскими войсками. Жданов не сомневался, что война с Гитлером начнется в ближайшее время, и делал все для укрепления обороноспособности страны. К 41 году выпуск военной продукции вырос в 4 раза по сравнению с 37 годом. Появилось множество образцов новой военной техники. Из воспоминаний маршала Жукова. Единственный из ближайшего окружения Сталина, кто высказывал иную точку зрения о возможности нападения немцев, был Жданов.
Он неизменно говорил, что Гитлеру нельзя верить ни в чем. В июне 41 года по предписанию врачей и лично по распоряжению Сталина Жданова из-за проблем с сердцем с семьей отправили в отпуск. Всю дорогу он повторял: «Успеем ли доехать?» В Сочи Жданов прибыл 21 июня. На следующий день, 22 июня 41 года, Германия без предупреждения напала на Советский Союз. «23 июня 41 года была образована ставка главного командования вооруженных сил СССР, и вернувшийся в столицу Жданов был назначен при ней постоянным советником. В Москве он пробыл несколько часов и отправился в Ленинград. В ближайшие полгода он вернется в Москву только дважды – в августе 41-го, накануне окружения Ленинграда, и в декабре того же года самолетом на сутки покинув блокадный город». «19 августа 41 года немцы заняли Новгород. Через неделю железнодорожное сообщение Ленинграда со страной было прервано. 3 сентября наступление на город начали финны. Ленинград был окружен». Так начиналась самая страшная блокада в истории Великой Отечественной войны, которая продлится 872 дня. Метроном – механический прибор, отмечающий ударами короткие промежутки времени. Используется для определения темпа в музыке и для отсчета времени на слух. В блокадном Ленинграде, когда не работало радио, в эфире стучал метроном. Быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный темп – отбой. Главной опасностью для Ленинграда стала угроза голода. Запасов продовольствия в городе осталось на один месяц. В июле длительную осаду никто предвидеть не мог. Создать же всего за месяц в условиях войны полугодовые запасы продовольствия для многомиллионного города было невозможно. Только муки требовалось 100 тысяч тонн ежемесячно. К сентябрю, когда гитлеровцы замкнули кольцо блокады, из Ленинграда эвакуировали 700 тысяч человек, почти половина из которых – дети. За годы блокады вывезли еще свыше полумиллиона ленинградцев. Полная эвакуация была невозможна в силу особого значения ленинградской промышленности. Даже в блокаду Ленинград производил четвертую часть основных видов вооружения в стране. Все, от артиллерии до радиопередатчиков и авиационного оборудования, направлялось из Ленинграда на фронт самолетами, а также по дороге жизни. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, когда немецко-фашистскими войсками был захвачен Шлиссельбург. Это был последний сухопутный маршрут, который вел из Ленинграда на Большую землю. Ладожское озеро осталось последней надеждой на снабжение осажденного города. Однако судовождение по озеру было сильно осложнено природными и метеорологическими условиями. С момента основания Санкт-Петербурга вокруг Ладоги строили специальные каналы для обхода озера при перевозке грузов. На его берегах не было ни пристаней, ни пирсов. Тем не менее, в сентябре началась первая навигация по Ладожскому озеру. 17 ноября двумя группами была проведена разведка трассы по льду. 20 ноября по ледовой дороге жизни отправился первый конный обоз из 350 саней. Из воспоминаний начальника ледовой службы Балтийского флота Михаила Казанского. 8 сентября 41 года. Начальника гидрометеорологической службы Балтийского флота подполковника Селезнева вызвали в Смольный.
Андрей Александрович Жданов интересовался особенностями ледового режима Ладоги, задавал вопросы о том, как лучше организовать перевозки в периоды между ледоставами. Нужны были надежные данные о прочности и устойчивости ледяного покрова, его способности выдерживать большие нагрузки. Полмесяца напряженной работы ушло на то, чтобы собрать все тогда известные сведения. Вскоре по озеру прошли первые баржи с хлебом. Декабрь 41 года. Город без отопления. Сильные морозы уничтожили водоснабжение. Без воды остались хлебозаводы. Теперь жителям вместо скудного пайка стали выдавать горсть муки. В первый же день, когда вместо хлеба блокадникам выдали муку, Жданов вызвал начальника химико-технологического отдела Всесоюзного НИИ витаминной промышленности Беззубова и начальника хлебопекарной промышленности Смирнова. В кабинете Жданова на подоконнике лежал автомат. Если не будет рук, которые смогут крепко держать этот совершенный автомат, он бесполезен. Хлеб нужен во что бы то ни стало, сказал Жданов. Неожиданный выход нашел адмирал Балтийского флота Владимир Трибуц. На Неве, вмерзшие в лед, стояли подводные лодки. Но река промерзла не до дна. Было решено сделать проруби и насосами под лодок качать воду, а затем по брезентовым шлангам подавать ее на хлебозаводы. Через 5 часов после совещания у Жданова хлебозаводы выдали первый хлеб. По инициативе Жданова была организована комиссия по рассмотрению и реализации оборонных предложений и изобретений. Обсуждались любые идеи, способные принести даже малейшую пользу осажденному городу. Из подручных материалов и создавалось все, что было возможно в условиях блокады. От витаминов из хвои до взрывчатки на основе глины. Из воспоминаний академика Абрама Йоффе. «Нигде, никогда я не видел таких стремительных темпов перехода научных идей в практику, как в Ленинграде в первые месяцы войны. Для защиты населения в городе соорудили свыше 4000 бомбоубежищ на 800 тысяч человек. Для предотвращения эпидемий, которые могли быть более опасными, чем голод, создавались санотряды. За годы блокады в городе с неработающим водопроводом и канализацией не случилось ни одной вспышки массовых заболеваний. Чтобы разобраться с множеством дел, у Жданова выработалась привычка раскладывать бумаги и документы в своем кабинете на полу, столах и креслах. Пытаясь сосредоточиться на наиболее насущных проблемах, он прогуливался по кабинету от одной кипы к другой, убирая бумаги по мере решения вопросов. Андрей Жданов оставался в Ленинграде до самого конца блокады. Вот что о нем в эти дни писал Гаррисон Солсбери, шеф московского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс». От бесконечного курева у него обострилась астма. Он хрипел и кашлял. Глубоко запавшие, угольно-темные глаза горели. Напряжение испещрило его лицо морщинами. Он редко выходил даже погулять. Руководители города, как и фронтовые командиры, получали военный паёк. 400 граммов хлеба, миску мясного или рыбного супа и, по возможности, немного каши. К чаю давали 1-2 куска сахара. За 3 года блокады Жданов перенес на ногах 2 инфаркта, но не прекращал поездки на предприятие и фронт. Августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии состоялась премьера 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Несмотря на угрозу бомбежки, в филармонии зажгли все люстры, а зал был полон. Этот факт широко известен.
Но мало кто знает, что именно Жданов поручил своему пилоту вместе с медикаментами доставить партитуру симфонии из Куйбышева, где жил в эвакуации Шостакович. Ленинградская блокада была полностью снята лишь 14 января 1944 года. По разным оценкам, за время блокады погибло 1,5 миллиона человек. 97% из них умерли от голода. Жданову было поручено подписать соглашение о перемирии с Финляндией 19 сентября 1944 года в Москве. Согласно этому документу, финны отводили свои войска за линию границы 1940 года, освобождали всех военнопленных, предоставляли Советскому Союзу все аэродромы и военно-морскую базу, выплачивали контрибуцию в размере 300 миллионов долларов. Сегодня эта сумма равняется 15 миллиардам долларов. В счет выплаты этой контрибуции в СССР поступило 340 тысяч вагонов различных грузов и 514 судов, построенных на финских верфях. Если сцепить все эти поезда вместе, то длина этого эшелона составила бы 3500 километров. В частной беседе Жданов как-то сказал, что половину погибших в блокаду ленинградцев относит на счет финской агрессии. В декабре 1945 года было принято решение о возвращении Жданова в Москву. Уже через сутки он появился в кремлевском кабинете Сталина. С этого дня он стал вторым лицом в стране после вождя, отодвинув Молотова, Берию и Маленкова. Он возглавлял отдел пропаганды ЦК, комиссии и комитеты. С ним согласовывались практически все решения Политбюро, секретариата и Оргбюро ЦК. Началось активное назначение ленинградцев на самые высокие должности в стране. Негласная борьба за власть в Кремле не прекращалась, но свалить опытного и умного соперника Берии и Маленкову не удавалось долго. 7 августа ставленник Георгия Маленкова, начальник управления агитации и пропаганды ЦК Георгий Александров, подготовил записку о неудовлетворительном состоянии журналов «Звезда» и «Ленинград». В ней критиковались 15 авторов, особенно Михаил Зощенко и Анна Ахматова. Оба журнала были ленинградскими. Через два дня на заседании Оргбюро ЦК ВКПБ Сталин устроил грубый разнос ленинградским журналам, а Маленков во всем обвинял ленинградский горком партии. 14 августа 1946 года было опубликовано печально известное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Издания обвиняли в том, что они стали проводниками чуждой идеологии. Жданов понимал, что ответственность ложилась на него и тех, кого он оставил в Ленинграде после своего возвращения в Москву. Знал он и то, что Маленков и Берия стремились ослабить доверие Сталина к нему и вынужден был реагировать. В результате редактор первого журнала получил выговор, второй журнал был закрыт. Но на этом Жданов не остановился. Под удар попали Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Во время войны, находясь в блокадном Ленинграде, Жданов активно участвовал в судьбе обоих. Звонил секретарю ЦК Узбекистана с просьбой позаботиться об Ахматовой и обеспечил эвакуацию Зощенко из Ленинграда в Алма-Ату. Позднее Ахматова несколько раз встречалась со вторым секретарем британского посольства в СССР Исаией Берлиным, которого советское правительство знало не только как дипломата, но и как британского разведчика. Это раздражало Сталина и руководство страны. Имя Зощенко вызывало негативную реакцию после выхода его рассказа «Приключения обезьяны» и повести «Перед восходом солнца». Повесть была написана в годы блокады Ленинграда,
Ее главной темой стали личные переживания автора, его детские впечатления и воспоминания о жизни в дореволюционной России. Но Жданов и политическая верхушка СССР ждали в годы войны от Зощенко произведения иного рода. Жданов лично прибыл в Ленинград и выступил сначала на собрании партийного актива, затем на собрании писателей. Стенограмму его выступлений напечатала «Правда». Там отмечалось, что рассказ Зощенко «Приключения обезьяны» отравлен ядом зоологической враждебности к советскому строю. А в повести «Перед восходом солнца» Зощенко изобразил людей и самого себя как гнусных, похотливых зверей. Творчество Ахматовой было расценено докладчиком как поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной. Четвертого сентября Союз писателей СССР исключил из своих рядов Зощенко и Ахматову как литераторов, не соответствующих в своем творчестве требованиям устава. И Ахматова, и Зощенко утратили право на получение хлебных карточек и фактически лишились средств к существованию. Затем из магазинов и библиотек были изъяты все книги Зощенко, а стихи Анны Ахматовой прекратили печатать. Чиновники из творческих союзов подвергли гонениям и других авторов. Часто в основе этих акций лежало банальное сведение личных счетов. Однако компания получила презрительное название «Ждановщина». Другой эпизод, повлиявший на отношение вождя к Жданову, был связан с сыном Андрея Жданова. Юрий Жданов выступил против академика Трофима Лысенко, назвав его работы антинаучными. Сталин был этим крайне недоволен и обвинил во всем Жданова-старшего. Однажды в разговоре с сыном Андрей Жданов обронил фразу: «Я не хочу пережить Сталина». Это был, пожалуй, единственный человек из сталинского окружения, который мог произнести такие слова. Жданов никогда не был обуреваем жаждой власти, но он прекрасно понимал, что будет после смерти вождя и какая борьба развернется за освободившееся место. Правительственная дача «Долгие бороды» была построена в 20 километрах от города Валдая Новгородской области в 1934 году. В 1939 году сюда приехал Сталин. Он пробыл здесь 2 часа и изучил карту, на которой было видно, что дача расположена между двух озер и ведет к ней единственная дорога. Со словами «Вы меня в ловушку загнали» глава страны уехал и больше никогда сюда не возвращался. Именно на этой даче провел свои последние дни Андрей Жданов. Его жену Зинаиду вызвали только за день до его смерти. 31 августа 1948 года он умер от очередного сердечного приступа. Невероятно, но один из руководителей государства находился в резиденции, где ему не могли оказать своевременную и квалифицированную помощь. Этот факт впоследствии породил много слухов о том, что Жданов мешал кому-то в Политбюро, и его попросту убрали с дороги. Врач Лидия Тимошук, вопреки мнению консилиума, диагностировавшая у пациента инфаркт, обратилась в ЦК с письмом, в котором указала на неправильные методы лечения Жданова, приведшие к его смерти. Впоследствии фигурировала при разработке так называемого «дела врачей», а Жданов был объявлен одной из жертв врачей-вредителей. Была ли его смерть чьим-то злым умыслом,
неизвестна до сих пор. Жданова похоронили у Кремлевской стены. А в 1989 году было принято беспрецедентное постановление Центрального комитета Коммунистической партии о снятии имени одного из ее бывших лидеров со всех объектов и населенных пунктов. Андрею Жданову суждено было остаться еще одной забытой фигурой противоречивой сталинской эпохи.